Итак, парни, сейчас... Рано-рано. Человек превратится вон Гандона. Туда. В гандошу. Превращение человека в гандошу. Гандошу. Итак, сейчас на голову наливается вода, дабы сделать скольжение. Пошла вода в хату. Пошла. Эх, неудача постигла. Не удалось тебе в гандошу превратиться. Следующая попытка. Номер 2. Держи. Это все происки китайцев. Плохие гандоны предоставляют. Вот, только сюда гвоздями прибивают. Больше некуда. Это Витя, председатель Витя. А найди Витю. Итак, попытка номер 2. Все ногти пострижены. Да, голова побрита. Вот, начинаем. Ну, еще чуть-чуть. Не торопись. Вот, уже на лице. Вот. Китайские гандоны. Так хорошо все начиналось. Третья попытка. Блин. Попытка номер 2. Итак. А ты сохранил что-то? Может, нет, я тебе хотел его отдать. Можешь мыльцем голову намазать. Мыльца не, есть. Не в этом дело. Нет. Или может смазочки какой-то вон. Они со смазочкой уже давно. Они уже со смазочкой. Может, и не с бороды, может, с головы начинать. А ты знаешь, как одевается, блядь, этот, как его? Противогаз. Сапог противогаз. Резина. Противогаз, да. Ну, а это ж не противогаз тебе. Ай, блядь, сука, горячо, блядь. Это ж не противогаз, надо с головы начинать. Как не, шапочку. Не. Привычка, давай сверху. Давай, поливай. Давай. О, растянут нормально. Так, на голову. И сюда ему тоже. Так, туда, прямо, да, да. Да, сюда. Да. Слушай, может побольше туда воды надо? Не-не-не. О, значит. Пиздец, говорю, это все, это параша. Только на пасеке, блядь. Да, только на пасеке.